Застройки 17-го квартала в Якутске быть. Сегодня в столицу республики прибыл генеральный директор компании «Джода» Ян Чаньфу. Он встретился с журналистами и рассказал о строительстве и причинах, по которым пока работы на объекте не ведутся. Как он отметил, основные вопросы, которые необходимо решить для продолжения строительства, связаны с расселением жителей из старых домов и техническим присоединением квартала. Напомним, что в 2015 году администрация Якутска подписала договор с китайской компанией о застройке 2-го, 4-го и 17-го квартала в города. И первую сваю забили весной прошлого года, но на этом работы остановились. На этот раз мы специально приехали в Якутск, чтобы решить вопросы, связанные с расселением жителей и техническим присоединением квартала. Первый дом с детским садом и многоуровневой парковкой мы планируем сдать в июне 2018 года. Но все будет зависеть от времени, когда решатся основные вопросы.